Через 2 часа в городском суде Петербурга должны огласить приговор по громкому делу волонтера-педофила. 30-летний Дмитрий Бочарников оказался на скамье подсудимых за то, что целый год насиловал несовершеннолетнюю девочку, которую взял на воспитание из социального приюта. Главной уликой в деле стала видеозапись. Скрытую камеру в спальне установила бывшая жена Бочарникова. Мужчина долгое время работал волонтером в различных приютах и детских домах. Следствие не исключает, жертв педофила могло быть больше.